Вже доказано вченими, що музика є терапією для людини. Вона не тільки піднімає настрій, але розфарбовує різними кольорами наше життя. Саме за цим ми сьогодні і прийшли в Опіум Паті Бар. Наверняка пришли не только сюда отдыхать, смотреть показ. Алины Архиповой. Алины Архиповой, уже молодцы, выучили. Послушать Шонки сегодня будет, да. Товарищ с Берлина. Вот. Я так понимаю, сегодня еще пришли пригласить просто своих друзей, своих знакомых, кого сегодня встретите, на одно определенное мероприятие. Рассказывайте, что это за мероприятие? Мы собираемся организовать через неделю, в воскресенье, у нас будет мероприятие специально посвященное для Юр-Академии. Приезжает сюда киевский диджей Старскай. Это для самоуправления Академии. То есть отдельная такая вечеринка? Отдельная вечеринка, тематическая. Специально договорились с Радмиром. Впервые для всех старост нашего факультета вход будет бесплатный. Представляете? Боже мой, какая прелесть! Затем будет следовать сразу же миссию Академия. В ноябре, в декабре месяце. Поэтому будем рады видеть. Приходите. Всегда рады. Сайтом о моде, вот, и мы приходим сюда для того, чтобы заснять красивых девушек, мы охотимся на них, их фотографируем и показываем, что у нас есть девушки, которые очень красиво одеты, стильно, вот, и, ну, это жутко интересно, потому что все приходят, каждый со своим стилем, и все очень интересно. Ну, вот интересует вопрос, в принципе, много ли в Харькове мест, где можно встретить модных людей, и вот почему, собственно, мы вас встречаем уже вторую неделю именно на Опиуме? Ну, потому что нам нравится это место, здесь очень стильный интерьер, и вообще сюда приходят очень стильные люди, потому, в принципе, в Харькове немного таких мест, но, тем не менее, они есть, и стильные люди в Харькове есть, что радует. Девочки трех конкурсов, трех сезонов собрались все здесь, все участницы трех сезонов. Сегодня тут фэшн, сегодня здесь показ, меня это интересует. И вообще, да, мне нравится, как бы, я хочу дизайнером в будущем стать, поэтому это для меня, да, очень. Сегодня на Пропати Бар Опиум закрытая вечеринка? Это очень закрытая вечеринка. То есть, ну, настолько закрытая, что обычный человек сюда не попадет. Вот, поскольку здесь нет обычных людей, мы понимаем, что это закрытая вечеринка. То есть, вот такая сложная логика у меня сегодня. Но, тем не менее, это факт. Теперь о пресс-релизе. Итак, модельное агентство Алины Архиповой представляет сегодня себя. Во-первых, Алина Архипова очень молодая, очень красивая девушка. Это правда. Самой можно в модели. Наверное. Я, честно говоря, биографию Алины не знаю, но мне кажется, что мне очень нравятся такие девушки. Скажу откровенно, потому что она скромная, обаятельная. По поводу чувства юмора пока ничего не могу сказать, но мне кажется, оно у нее есть, а для девушки это важно.
Значит, Алина Архипова и модельное агентство ее имени утверждает, что в отличие от всех других агентств, которых на самом деле много в нашем городе, это, по сути, единственное агентство, которое не просто обещает девушкам перспективы работы за рубежом, но и реально выполняет. Дизайнер Виктория Адамская представила коллекцию A Girl. Ну и, собственно, показ от салонов модного белья Ажур. В общем, красиво. Который, собственно, тебя и зацепил сегодня, как зрителя. Ну, меня на самом деле много чего зацепило. Во-первых, меня зацепило мартини, и это произошло полчаса тому назад. Вот, а когда мужчину в моем возрасте цепляет мартини, многое становится в более радужном свете. Чаще всего угадывать музыкальные вкусы ведущих программы Body Time. И сегодня здесь немецкий гость, музыкант и продюсер Шонки. Шонки – ярчайший представитель новой волны французского техно. Его интеллектуальная, мягкая и в то же время мощная минимал-техно с элементами AC/DC Tribal стала визитной карточкой парижского андеграунда наших дней. Денис, я почему-то уверена, я не знаю, почему я уверена, что из этого огромного количества людей, которые сегодня находятся на опиуме, ты один из немногих, который ждет сета от Шонки. Да, конечно. Я предварительно слушал его микс. Вообще, чувак, мужчина, делает потрясающие вещи. И мне интересно будет послушать его, не только поснимать, но и действительно послушать. Вот для тебя, есть ли это какая-то музыка, которая действительно тебе вот раз и сразу же поднимает настроение? К сожалению, скажу, наверное, не очень много ее в Харькове играют. Но приближенное к этому нечто есть. Это последнее мое увлечение. Это New Disco, New Rave, Electrohouse, French House. То, что вот как раз из Европы и приходит. Это те же самые Франция, Бельгия, Германия, немного Британии. И сегодня я жду, наверное, вот чего-то, что нравится мне. А потому думаю, что отброшу репортаж, буду действительно слушать. Замечен был на вечеринках, которые отличаются хорошей, качественной, правильной музыкой. Сегодня кто у нас за пультом? Шонки будет. Это чувак с Берлина, он играет в Париже, во всех странах мира. Очень перспективный диджей. Будет очень весело, буду танцевать. Какой-то музыкант, исполнитель, который вот вам всегда на 100% всегда поднимает настроение. Вы знаете, что если вы его включите, это будет вот то, что оно нужно. Лекарство, скажем так, от плохого настроения. Да, мне нравится Антон Кубиков. Я думаю, это многие любят его творчество. Вот он поднимает всегда на 100% настроение. Сегодня мы рассказываем нашим зрителям, что музыка, она имеет такое, наверное, исцеляющее воздействие на людей. А случается ли такое с тобой? Да, каждый раз, когда я прихожу в клуб «Радмир», я заряжаюсь позитивной энергией на всю неделю до следующего раза. Вот
Скажи, пожалуйста, есть ли у тебя какие-то исполнители, возможно, которые вот всегда на 100%, ты знаешь, если ты их включаешь, они тебе поднимают настроение сразу же? Да, в принципе, таких много, и любимых нет, наверное, всю музыку люблю, кроме тяжелой.